Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У меня на ногах как кандалы, цепи такие тяжелые. Она двигается, потихоньку выходит. Голова кандалы вниз, как будто она подвешена, как будто на шее удавка. Ух ты. Хорошо. Еще что-нибудь видно? На руках что-то есть, больше ничего не вижу пока. Хорошо. Защищаемый физический биоробот защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Анжелику в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Анжелики поднимайся в комнате диагностики. Пошел, пойдем. Мы на месте. Это не удавка, это спрута лапа. Спрута лапа из того пруда, который мы видели во дворе. Хорошо. Так. Кандалы надо убирать, да? Да. Хорошо. Мы приветствуем Анжелику, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанс. У нее подбородок прилеплен к грудной клетке, но она пытается кивать. Ничего себе. Хорошо. Так, Влад, разрежь эти кандалы. Они выходят из биополя. И как выйдут, отправляя их в клетку-тюрьму. Ух ты, это джина-кандалы. Они золотые. Вышли. Притягивает джина к этим кандалам. Джин с бородой какой-то. Хорошо. Что ты здесь делаешь? 10288. У него на руках еще что-то есть. Хорошо. 10288. Скажи мне сразу, если он попытается сделать какое-то воздействие. Нет, он спокоен. Он как в позе йога сидит. Хорошо. Еще есть что-нибудь, что мешает скену? У него на руках у нее тоже золотой, как шарики, и от них как что-то отходит. Джина тоже это. В ладошках. Понятно. Это будет мешать сканированию? Нет, не будет. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой. Все 7 тонких тел Анжелики находит. Все. Но у нее бес вышел еще к джину. Инсектоид вышел. Какой-то слизи чихает. Инсектоид? Да. Лизард вышел. Спрут. Все. Так. Джин, золотой, бес, инсектоид, лизард, спрут. Да. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Анжелики спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Она могла получить от них, возвращается к ним. А ты убери с рук вот эти шары тоже к кандалам. Силам его намерения эти шары к кандалам притягиваются, которые на руках находятся, до последней частички остаются присутствовать в них. Готово. Считай герцовку беса над головой. 8. Сколько бес находился в биополе? 1 год. Инсектоид, сколько ты находился? Подожди, бес, он в доме находится, большинство. Но в ней есть подключки, поэтому он притянулся. Понятно. Кто еще присутствует в доме, сразу спрашиваю? Джин присутствует. И в квартире, и в биополе. Вот ты мне сейчас объяснишь. Спрут на улице. Спрут, ты вышел из этого озера маленького, которое на земельном участке находится? Да, у него ловушки по всему участку, присосками. Сколько ты находишься в ней, в ее биополе и на этом земельном участке в общем? 3 на земельном, 2 в ней. Понятно. Хорошо. Лизард, сколько ты находишься в сердечной чакре ее? 4 года. Инсектоид, сколько ты находишься? 8 месяцев. Сколько у тебя инкубаторов? Он их строит, поэтому он в слизи. Понятно. Хорошо. Вытянули ему в момент работы. И последний у нас джин остался. Сколько джин находится в этом биополе? 4 года. 4 года. Хорошо. Как с реверсом? Закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Анжелика забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Итак, джин, я слушаю твою историю. 10288 джин, 4 года. Почему ты находишься в этом биополе? Тебя кто-то звал исполнять желание? У тебя контракт есть на пребывание в этом биополе? Я слушаю. Да, желание исполнять. Он пришел, контракта нет. Хорошо. Почему такое массивное воздействие на ее финансовую жизнь оказывал? Ей постоянно все деньги через пальцы проходили.
Или вот проходит? Это на руках у нее что было? Круги какие-то, от них золотые, такие как крылышки, что ли, отходят, небольшие. Это забирало у нее вдохновение, которое возвращается назад сейчас. Хорошо, Джин, почему ты заставлял клиентов не оплачивать их счета? Как Потому ты что он к ним тоже подключался и с них тоже сосал. Тебе не кажется, это много? Это оправдывает как-то? У тебя есть какое-то оправдание? Оправдание для моих ушах это или глазах, это, например, контракт. Я приглашаю Джина в мою жизнь, заключаю с ним договор. Джин делает то, что я прошу, а потом Джин берет то, что мы договорились. Вот меня интересует такой момент. Есть? Присутствует в этой всей истории? Все покупается. С кем-то есть контракт, с кем-то на желаниях договариваемся. Ты говоришь в общем. Я спрашиваю за этого конкретного человека. Да, он говорит про клиентов. С ней нет контракта, с ней на желаниях. С первого желания было исполнено, и потом он начал забирать. Какое? Первое желание было материальное, финансовое? Все на деньгах. Ты выполнил свое обещание, ты ей дал, да, то, что она... А хорошая как насчет... сделка. Хорошо. Ты заключал контракт, вернее, договор действовал на одно желание? Когда одно желание исполняется, я должен взять назад свои энергии, нужные мне. Это считается контрактом. Я выполнил условия и имею право собирать свою дань. А как насчет остальных двоих желаний? Или о них вообще речь не шла? Шла речь. Может, со временем. Понятно. Пока хватает этого. Хорошо. Ревер закончился. Анжелика, я обращаюсь к вам. У вас были какие-то сильные материальные желания до такой степени, что притянули Джина Золотого? У вас есть вообще какое-то воспоминание об этом? Я не могу припомнить. Материальный вопрос всегда стоит остро на земле. Хорошо, Джин, я более конкретно поставлю вопрос. Это был запрос, пошли мне Вселенная деньги. Или это было какое-то конкретное предложение, или это просто это мысль? Была внутренняя мысль, а Джин сидел дома рядом в позе йоги и слушал все ее желания в голове телепатически. Ну хорошо, так понятно. Так, реверс у нас закончился, да? Да. Заговорился с ними. Спрут, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе, всю свою жидкость, отключайся полностью, возвращайся в клетку. Докладывай мне о готовности к проверке. А как получается так, Джин, что 10288 золотой Джин приходит на такие желания? Я не понимаю, тебе что, не хватает правителей каких-нибудь, президентов, миллиардеров? Ты там должен сидеть, а не в человеке, который этим не является. Так как он сидит в позе йоги, ему не нужны никакие правители со своими демонами. У него есть бес, который ему подыгрывает, и от нее он больше клиентов получит себе, чем от кого-то другого жадного. Понятно, хорошо. Но ты понимаешь, что мы здесь находимся по просьбе Анжелики, и сегодня мы будем все это расторгать полностью. Я буду все понимает. Это... Хорошо, значит, мне не надо, надо будет меньше объяснять. Идем дальше. Он подвластен судьбе. Спрут все снял. А сколько тебе лет в человеческих годах, 10288? Скажи-ка. Не имею понятия. 320 лет. Этот уровень 10288, он означает что конкретно? Это уровень вашей... Поэтому я не могу сказать тебе, сколько в человеческих годах. Мудрость. Когда человек мудрый. Причем мудрость идет изнутри, и мудрость долгая. Не то, что он под старость лет вдруг стал мудрый. Это ты о себе сейчас рассказываешь, да? Нет, о людях. Поэтому мне трудно сказать, сколько лет. Можно быть и мудрым ребенком, а можно всю жизнь прожить и быть неосознанным. Здесь мне тебе действительно нечего возразить. Хорошо, спрут все убрал, да? Да. Лизард, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Гнездо свое, всю жидкость, ничего не забывай. Он ее заводил, как заводную машинку. Кто, Лизард? Ее усила, он говорит. Да, он подливал ей, как...
Любая причина. Какие-то все эмоции усиливал. Возбуждал. В 5 раз все усиливал, как минимум. Да, она не понимала, почему изнутри ее хотелось или покричать, или что-то. Ее раздражало изнутри, не устраивало. А объяснений нет. А это вот сидит маленький лизард, и вот он в состоянии, сидя в сердечной чакре, доставляет такие удовольствия. Снял он все. Инсектоид, выходи, вытаскивай все свои конструкции, всю свою жидкость, ничего не забывай. Как клейка, липкая слизь у него. Кто мне объяснит, почему у него приклеен подбородок? Это спрут присосками притянул. Он убрал все с груди, с плеч, с головы, все присосках он убрал. Хорошо. Шейную чакру он ей перекрывал. Инсектоид все снял. Хорошо. Бес, выходи, вытаскивай все, что я оставил. В ее биополе отключайся полностью. Что ты установил, как она работала, рассказывай. У него в области колен веревка такая восьмеркой. Он на ней висит иногда. И у нее в ноги тяжесть скатывается, и они как припухают икры, как будто им не хватает кровообращения. Тяжелыми делает их. Ее это раздражает. А кто хаос в голове делал? Человек останавливался на своем месте и не мог идти дальше. Спрут. Спрут. Спрут, объясни мне, вот насчет этого места с водой, находящегося на земельном участке. Это не портал случайно? Нет. Нет. А почему ты тогда оккупировал? Портал есть дальше. Чуть там дальше. Есть канал. Угу. Там есть другая вода, там есть порталы. Понятно. То есть ты подходишь ко всем, кто живет на берегу в этом месте? Нет, ловушки он ставит и потом их проверяет. И ловушки цепляются за того, кто у них наступает. Понимаю. Хорошо. Бес снял все? Сюда он убрал эту веревку. Бес, скажи мне, где находится лярва в биополе Анжелики? На голове лярвы. Еще где? Ну, на голове от спрута, я полагаю, да? На ногах есть. Вот он когда передавливал вот эти вот в коленях ей места, у нее ноги внизу пухали, как красные места, или как мурашки в них были. И вот эти раздражительные низкие вибрации питался бесами. Хорошо, бес, хочешь забрать это все? Да. Выходи, снимай эту лярву на голове и в ногах, ничего не забывай, возвращайся назад. Готово. Хорошо, джин, тебе выходить не надо. Втягивай в себя все, что ты установил в ней, всю пыль, ничего не забывай. Она крутиться начинает, он как раскручивает всю пыль в себя, с нее, вернее, в себя впитывает. Джин, я встречался со многими джинами. Были джины, которые в 10 раз тебя старше, но у них не было такого уровня. Чем это объяснить? В 10 раз? Чего не путаешь? Может быть, я и путаю, потому что намного старше тебя. Но, во всяком случае, они мне рассказывали о событиях средних веков. Это и 3000-й джин знает. Это история, да, ваша? Или это его опыт? Или как мне это понять? Каждый свой опыт выдает. Угу. А какой у тебя был самый интересный опыт в твоей жизни за эти 320-22 года? У кого мой ты опыт на сегодняшний день сбалансирован. Раньше я был, как это вы говорите, котенок, тыкающийся в каждое богатое предприятие. Сейчас я сбалансировал свои возможности. Это мой ответ на то, что ты предложил ходить в богатых и жадных. Понятно. Мне неинтересны такие люди. Я не наживаюсь, я получаю опыт, зарабатывая на этом. Развитие. Хорошо. Он все забрал. Интересно, вы можете тоже развиваться. Хорошо, итак, все забрали. Даю команду на рассинхронизацию Анжелики. Шла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. А как ты к медитации пришел? Мы пару раз видели демонов, которые у нас тут медитировали в клетке. Это очень занятно, медитировать в аду. Ну вот я и спрашиваю, как это функционирует? Это баланс внутренний, как и везде. Смирение, не расплескивание эмоций. Ты говоришь, как осознанная душа. Меня сейчас начинает это немножко озадачивать. Этими целями должна, в принципе, любая душа обладать. А тут практикует джин такими методами. Интересно. Это дает мне больше силы исполнять желания и зарабатывать на этом. Понятно. Я полагаю, для тебя больше важен сам процесс, а не сумма заработанного. Сумма также важна.
Если правильно все организовать, то можно с меньшим затратом усилий получить больше. Ты именно на это так. Ты об этом говорил. Хорошо, я тебя понял. Закончилась рассинхронизация? Да. Все-все убрали. Без. Объясни мне насчет дома. Где ты находишься? В доме или во дворе? В доме. Хорошо. У меня сегодня чищу дом и чищу кота. Там есть черт? Нету черта. Хорошо. Почему я спрашиваю? Потому что я буду собирать там и весь негатив, если ты хочешь его получить. Противный этом... кот. Противный. Хорошо. Это твое мнение. Мне котик нравится. Итак, ты хочешь получить негатив в этом доме? Да. Хорошо. Значит, тогда покажешь мне все порталы после того, как ты все соберешь. Я тебе соберу негативы и отдам тебе в дорогу. Первый раз я отпускаю. Устраивает вариант? Устраивает. Хорошо. Значит, открывается сейчас два портала в дом Анжелики. В один портал уходит золотой джин вместе с бесом, а во второй портал уходит космический спрут. На счет три. Один, два, три. Открывается два канала, и в один джин уходит бес, во второй уходит спрут. Закрываю, печатаю оба портала, растворяю. Готово. Лизард, инсектоид, вы готовы уходить? Да, готово. Больше в это биополе не приходите. Открывается наверху два портала. Один на чистоте Лизарда, один на чистоте инсектоида. Лизард забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Инсектоид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Кандалы остались? Остались. Под ними открываю воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Клетка пустая? Пустая. Хорошо, Анжелика, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Наслаждаюсь энергиями. Чистая, светлая. Благодарю вас за это. Во благо.